Казанском федеральном университете состоялась встреча руководства Министерства образования и науки Республики Татарстан и ректора КФУ Ильшата Гафурова с заведующими кафедрами социально-экономических и гуманитарных наук вузов Татарстана. Главной темой для обсуждения стали векторы развития образования Республики Татарстан. В последнее время уделяется особое внимание детскому техническому творчеству. Вы, наверное, слышали о проектах «Кванториум». Сегодня, насколько я помню, по Российской Федерации около 40 кванториумов создано всего лишь. Из них 3 находятся в Республике Татарстан. Далее для аудитории выступил ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Он рассказал о пути развития и о корректировках дорожной карты вузов в связи с изменениями окружающей действительности. Мы полностью переформатировали программу нашего развития. В основном оценка идет по двум вещам. Это наукометрические данные, то есть это публикации, и это академическая репутация, которая играет огромную роль. Выступление закончилось показом фильма про Казанский федеральный университет. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз.